Всем привет! Сегодняшнее видео маленько будет другим, не таким, как всегда. Сейчас вы увидите три самоделки, три проекта, которые были выполнены из говна и палок, так скажем, которые были собраны для того, чтобы показать. Если вам понравится какой-нибудь из них, то я воплощу этот проект в жизнь более серьезным, более надежным. В общем, смотрите, жмите лайки, комментируйте, и я буду делать, если вам что-то понравится конкретно. Вот этот вот проект, в принципе, можно воплотить в жизнь, более серьезно сделать, взять, заменить. Заместо клея этого сделать сварку, заместо пингалетика сделать засов, заместо моторчика сделать нормальный, мощный мотор. Считаю, что можно сделать достойный замок электрический, электронный. Ну а если ты считаешь, что этот проект достоин воплощения в жизнь, то поставь лайк и напиши комментарий. Поехали дальше!
на этот проект меня сподвигло то, что дети толкались ногами, было им неудобно, они дрались за этот велосипед, за этот самокат. И я решил, что надо сделать что-то такое, чтобы не уставать, чтобы было интересно всем. Короче, я сделал самокат на аккумуляторе от автомобиля. В принципе, вы видели все, что получилось. На самом деле круто, даже я сам пробовал на нем прокатиться. Он маловат для меня, но он меня потянул. Если вы считаете, что этот проект достоин более серьезной обработки, то поставьте лайк, напишите в комментарии. И я над этим проектом поработаю еще какое-то время и сделаю супер классный самокат. Вот такие вот самоделки я раньше делал. Не знаю, понравились они вам или нет. Поставьте лайк, если вам понравилось. Поставьте дизлайк, если не понравилось. И обязательно напишите комментарий. Я считаю, что каждая самоделка, если ее довести до ума, можно использовать в быту очень даже неплохо. Ну а на сегодня это все. Нажмите на колокольчик, это очень важно. Если вы нажмете на колокольчик, то вам будет приходить уведомление, что мое видео вышло, и вы его сможете посмотреть и прокомментировать, и также оценить. Всем пока-пока, не прощаюсь, скоро буду делать новую самоделку.